14 августа. Проводим соревнования. Погода опять, прям как осенью, совсем не радует. Значит, сегодня у нас проводится кубок ДОСАФа на аэродроме Бердском. Класс модели F5G. До начала рабочего времени осталось 30 секунд. Так, первый старт. До начала рабочего времени осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. До конца рабочего времени осталось 6 минут. Вторая группа спортсменов: Жарков Виктор, Сметанин Виктор. Подлашов Николай, Рудской Олег. Еще раз: Жарков, Сметанин, Подлашов, Рудской. Тридцать пять, двадцать пять, двадцать, девятнадцать, восемнадцать, семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь.
значит, для награждения по итогам сегодняшних наших соревнований в классе планеров F5G с лимитером. Слово я предоставлю нашему главному судье соревнований Ятину Владимиру Александровичу. Дорогие участники, рад видеть вас в здравии по окончании соревнований. У нас все-таки это вид спорта, так что равняйся смирно. Приступаем к церемонии награждения. Погода нам немножечко пугала, но все-таки результаты были наивысшие. И по турам, по количеству, и по результатам однозначно тоже. Хочется что отметить. Даже вот с таким перерывом группа из 9 пилотов, это у нас редко на наших как бы стартах было, и успешно все совершены были полеты, ни травм, ни столкновений. Это дорогого стоит. Вы сохранили и технику, и все остальное. И адреналин в крови. Приступаем. Вот в открытом кубке ДОСАФ. В открытом кубке ДОСАФ. Ну, можно его сказать, регионального отделения ФАС России города Новосибирска, награждается поощрительным призом Рудский Олег за волю к победе. Я сколько раз. Приз самый ценный, так что поздравляю. В открытом кубке за третье место награждается Тупикин Валентин по классу моделей F5G. Поздравляем. Зря сам. Да. Толя, вот тебе второе. В открытом кубке города Бердск за первое место чемпион наших соревнований награждается Каблашов Николай. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте сделаем фотографии. Можно я тоже сейчас фотку сделаю? Судьям спасибо. Судьям тоже спасибо, надо сказать. Молодцы, ребят, спасибо. Судили. Смотрите на меня, господа призеры. Спасибо всем. Так, ну что ж, поздравляю.